К другим темам. В Ишиме началась активная подготовка ремонта жилых домов. Только в этом году строители проведут необходимые работы в 235 зданиях. На эти цели выделено около 1 000 000 000 рублей. Сейчас 8 подрядных организаций приступили к кровельным работам. Весной мастера займутся фасадными и инженерными сетями. 15 февраля, то есть приступили к видам работ, начали демонтаж. Сейчас демонтаж завершаем и параллельно ведем выставление стропильной системы. На данный момент у нас работает 8 человек, но в ближайшее будущее, день-два, будем добавлять больше, чтобы ускорить процесс работы. Пока подрядчики справляются со своими объектами, следуя составленному графику, их работу контролируют жители домов и администрация города. Но вот эта бюрократическая вся бюрократия, которая сегодня создана в отношении проектирования, значит, аукционов, настолько она тяжело проходит в городе. Проектных организаций не хватает и прочее. Хотелось бы побыстрее это все. И сегодня правительство Тюменской области помогает нам решать этот вопрос.